Будьте спокойны и откройте просторы своего многомерного сердца. Позвольте следующим шагам вашего пробуждения развернуться внутри. Помните, что вы единственный, кто может инициировать изменения внутри вас. У вас есть свобода воли, и только вы можете создать для себя мир высшего сознания. Теперь перед вами стоит выбор – отпустить и принять прием вашего собственного элемента творения, который существует внутри сердечной связи. Свидетельствуйте свою жизнь такой, какая она существует в данный момент. Примите свое творение, владейте тем, что вы создали. Принятие на себя ответственности и владение своим собственным творением имеет первостепенное значение для того, чтобы позволить вам внести в свою жизнь изменения, которых вы хотите. Вы не жертва, вы истина. Не управляйтесь прихотью вашего эго-ума. Через свое сердце вы соединяетесь со священным обширным аспектом своего подлинного «Я». Ваше сердце является вашим центром творения. Двери для перемен широко открыты в вашем сердце. Ваше сердце – единственная подлинная точка отсчета для вашей жизни. Это ваша стабильная точка, стартовая площадка для вас, чтобы проявить желание вашего сердца. Приходите, сделайте шаг полной жизни и реализации своего потенциала. Благословение. Леодианцы.